Всем доброе время суток. Сегодня у нас 19 января. Вот время уже второй час дня. Ничего я с утра не снимала. Вот, и какие новости? Андрюшка взял уже нам билеты. Настеньку пока не отдали, но Настина мама сказала, берите билеты, потому что, скорее всего, ее отдадут ближе к вечеру. И сразу поедут они в Кандалак, что мы поедем с Андреем на поезде. Сейчас я поеду с Коле в больницу, да, и... Ой, с мысли на мысли опять перескакиваю. Если сегодня Настю отдадут, то, скорее всего, похороны завтра, да? Ну, вы поняли, про что я. И поеду к Коле в больницу, потом приеду, буду собирать вещи. Ну, там особо-то ничего не надо брать. Переодеться, да, зубную щетку, там, пауэрбанки зарядить. Все такое. Вот, и взяла вот этого вот зайку. Вот, когда... Настюшка последний раз у меня была и уже уходила с Андреем. Опять плачу, ну ёлки-палки, ну что ж такое. Так вот, когда она уходила, она долго вертела в руках вот этого зайку, вертела, крутила, смотрела юбочку, похвалила. Я говорю, Настюш, возьми себе, возьми зайку. И как-то она, видимо, то ли постеснялась, то ли я не настояла. Она его крутила, крутила и так положила и оставила. Не стала брать, мне кажется, она просто постеснялась. И я хочу этого зайку отвезти, подарить Наташе, Настиной мамочке. Пускай этот зайка живет у нее. Я уже подъехала к больнице, и вот это вот место, где раньше были собаки. Вот здесь вот черненький постоянно спал на снегу. Сейчас здесь навалили гору снега, я собак не вижу. Я, правда, сегодня даже ничего им не брала. Особо у меня дома ничего для них нет. В принципе, сухой корм было можно взять, но все равно собачек нет. Мне интересно, где они сейчас обитают. Мы тут посидим в тапочках. В этих удобнее ходить? Ну, я же на физкультуру ходил. Сними маску. А что? Ну, мне тебя плохо слышно, не видно. Сопись. Иди за кофе. Сейчас пойду за кофе. Что-то мне жарко. Платок сниму. Да. Так, смотри, я тебе еще привезла один кефир и одну ряженку, потому что не было с крышкой, было такое. Да. Вот, потом оладики там, печенье, штаны чистые, ну, белье все чистое. Короче, ну, это... Потому что мы, если сегодня вечером уедем, то вернемся или завтра вечером, ну, ближе к ночи. Ну, или... Если поедете, позвони мне. Или в пятницу вернемся, я не знаю, когда. То есть меня с работы на два дня отпустят. Я тебе твою машину сфотографировала. Чего? Ну, показать. Ты спрашиваешь, как она там поживает. Вот она. Совсем не в снегу. А вот так вот сбоку она. Ну, понял, да, где стоит? Все, посмотрел, полюбовался. Она как-то стоит на бугорке, с нее сметает снег, не заваленная. Если бы она стояла где-то в другом месте, она была бы заваленная. Там нас встретят. 19:30 мы выезжаем. 12:30 там, это 4 же часа, 4, вот. Там нас кто-то встретит. Ясно. Но мы пока приедем, там несколько часов отдохнем, и утром уже ехать надо. Главное, чтобы Настю отдали, потому что еще не отдали ее до сих пор. Здесь не отдали? Да. Ладно, на выходные попала, так уже среда. Ну, они поедут на машине. Они еще здесь? Ну, они здесь, они ждут ее забрать. Так, ладно, Коль, ну на связи, все, да? Давай. Все, поехала, да. Будем созваниваться. Вчера привозила Коля оладушки, сегодня отвезла те, что у меня дома остались. Так он говорит, всем так понравились в палате. Один мужик даже спросил, где она их покупала. Коля, это какой покупал? Она их сама делала. Так что надо будет сделать еще оладиков. Приеду, сделаю побольше, чтобы все наелись. Ну что, я уже дома приехала, первым делом помыла голову, сейчас упакую венок, нашла большой черный пакет и буду заниматься зверями, буду собираться, потому что часа через 3 надо будет уже заказывать такси. Да, животные, конечно, мне сейчас кайфуют, гляньте, сколько я положила им сена, прям гора и под сенником, вот, раз миска с едой, два, три миска, тебе все мало, три миска с едой. 4. Еще здесь куча сена на втором этаже. Повесила на двухсторонний скотч, замотала еще скотчем дополнительную поилку. Здесь полная поилка. Но обычно им поилки хватает на 2 дня. Но я
перестраховываюсь, хочу, чтобы моим свинюшкам все было, чтобы они не голодали. И когда буду уезжать, еще положу им сочного корма. Обычно я это делаю утром, вечером даю всегда понемножку. Но сейчас утреннюю дозу положу с вечера. У шиншилл тоже я подмела немножко, положила и сены, травочек там всего-всего. Тоже насыпала полно корма, налила полно водички. Все у вас есть, да? Вы не такие у меня обжорливые, прожорливые. Вам еды хватит. За вас я так сильно не переживаю, потому что вы не обжорки у меня, да? Покусайте спаточки. Вот, так что шиншиллам я спокойно, за шиншилл буду. У них все хорошо, да и за свинок тоже спокойно, потому что у них тоже много еды. Сейчас покормлю Филечку, вот, оставлю Филе еды. Правда, не очень хорошо оставлять еду, но он, возможно, не будет ее есть, потому что он ест сейчас плохо. Кормлю его уже какой раз с рук, не хочет сам есть, ест в основном кабачки. Кабачки, я знаю, что нежелательно есть кабачки, но он не хочет ни одуванчики, ничего подобного. Вот в основном кабачки, еще что такое, и салатик. Так что сейчас покормлю Филечку. А что ж такое, к сену не подпускаешь, да? Гляньте, сколько много сена, гляньте, что делает. Ну, ой, вам кайфово. Объедитесь вы у меня, объедитесь, свиночки. Давайте с этими, с перерывами немножко жуйте, пожалуйста, а то пузики ваши будут болеть, но... По-другому никак. По-другому никак, надо оставлять много. Пришла к Филечке. Все-таки я решила сегодня без кабачков. Положила салат айсберг, китайскую капусту, салат с горшка. Ой, как тебе морковка и тыква. Гляньте на него. Вон она, попа торчит. Вылазь давай. Все, вытащила парня. Сейчас будет сидеть, просыпаться, думать. Или ты есть будешь, Филя? Давай-ка сама, без кормежки. Пожалуйста, пожалуйста, пожалей Лену. Пожалей, мне собираться надо, чтобы я не волновалась за тебя. Посыпала кальцием хорошенько еду. Филечка, покусай мухолёсый. Фиг тебе, да? Фиг тебе. Ладно, сейчас буду кормить. Слушайте, пока включала камеру, чтобы показать, как он ест с рук. Я не знаю, видно на пальце, не видно. Так больно меня укусил. Ай, так больно меня укусил. Я не знаю, он специально это сделал, потому что я в этот момент на него не смотрела. Смотрела на камеру. Вот. Или он подумал, что это еда. Но, по крайней мере, мне досталось сейчас от Филечки. Вот, ест салат айсберг. Хрумочка. Он же вкусный, он же сочный, да? Филюнечка, Филюнечка, кусунечка. Вот так вот. Вот так вот и живем. Угу. Кстати, многие черепах кормят с рук. Им, наверное, так просто удобнее. Или они все такие капризные. Давай проглатывай, набиваешь полный рот. Ну что же, я собралась, загрузила видео на YouTube на несколько дней, чтобы каждый день у меня выходили в привычном порядке. Сейчас дам корм зверям и поеду на вокзал. Андрюша сказал, что с нами в поезде поедут еще Настины подружки. Я не знаю, в нашем вагоне или нет. Вот. Ну что, вызываю такси. Поехала. Напоследок покажу вам свиней. Они оба раздулись. Подходила до этого Яшка морда. Его там вот, как говорится, морда в салате, морда в еде, лежал, спал или отдыхал он там. Короче, они объелись, а тут неслыханное счастье, еще сочный корм. Но вы не знаете, что завтрака не будет. Я на вашем месте растянула удовольствие. Хотя свинкам такое не дано, пока не сидят все вкусняхи, они не успокоятся. Ладно, пока, мои хорошие, вы тут за старшеньких, ладно, договорились? Слушайте, ждала, уже распереживалась, уже думала ехать на своей машине и оставить возле вокзала, потому что с такси почему-то напряженка. Вроде бы погода нормальная, и ко мне едет, издалека едет, 10 минут ему ехать, и сломжен. Видите, кто? Не русский парень, но у нас в такси большинство работают почему-то не русские. Все, мы доехали. Доехали благополучно, доехали без пробок. Коля звонил уже, пока мы были в пути. Сейчас ему перезвоню, что мы на вокзале. Вернее, я на вокзале. Ну и чего, постою немножко на улице. Андрюшка еще, наверное, на работе. И потом пойду вовнутрь. Я в зале ожидания, даже некуда сесть. Народу много.
Вот, пока похожу, погрожу. Все народу много, но, видимо, ждут поезда. Ну да, вот расписание. 20 на Минск. 19:35 это наш поезд. Мурманск, Санкт-Петербург, Москва. Я переместилась поближе к выходу на перрон. Жду Андрея, потому что Андрей с работы, и он прям впритык-впритык прибежит. Уже объявили посадку. Осталось 25 минут. Но я думаю, Андрюшка успеет. Все, мы в поезде. Ехать 4 часа, и приедем мы 12:30 ночи. Когда едешь туда, куда мы ехали с Андрюшкой, вот просто хотелось молчать, хотелось тишины, хотелось погрузиться в свои мысли. Я вижу, как ему, так и мне. Но нам так не повезло с соседкой. Рядом с нами ехала женщина, она такая разговорчивая. Она замучила мужика, который там с ней тоже сидел рядом, ехал своими разговорами, пока он не лег, не заснул и не отвернулся от нее, не знаю. Она по телефону трещала там всем подряд, звонила, где только была связь. Я уже знала про всех ее кошек, собак, мужей, все на свете, как она живет, чем живет, как работает. Это, короче, какой-то дурдом. Я несколько раз на нее поворачивалась, просто смотрела ей как бы в лицо, в глаза, чтобы она хотя бы мой взгляд поняла. Я не хотела ей ничего говорить, вот, ни ругаться, ни то время, чтобы там что-то устраивать в поезде. Но она так своим треском достала нас вообще невероятно. Нет, это ты говоришь про маршрутку, ну, вот, автоколонна, а есть же еще частники маршрутки. Я сегодня первый раз ехала на маршрутке автоколонна, обычно всегда раньше были участники. Просто увидела. Последний олень, уехавший на гастроли. Приехали мы в Кандалакшу, нас встретили, встретила Настина мама Наташа, и с родственником приехали на машине. Вот, поехали мы к ним домой, посидели, поговорили, поплакали, вспоминали. Вот, время уже было позднее. Потом где-то в 3:00 ночи Наташа дала нам всем по таблетке. Таблетки, которые помогали бы успокоиться, уснуть, потому что предстоял впереди очень сложный и тяжелый день. Вернее, это таблетки были не снотворные, а ей по рецепту знакомый врач эти таблетки как бы выписал, и они как помогает от депрессии, от всего вот этого, ну, чтобы пережить трудные дни. Вообще постоянно никакие там успокоительные и все прочее пить не рекомендуется, но в таких ситуациях, как сейчас была, то всем нужно было немножко как-то прийти в себя, и эти таблетки помогли на самом деле. Мы с Андреем, правда, не могли долго уснуть, часов до 4:00 мы не спали, потом на какое-то время уснули. Но на самом деле, когда вот такие вот стрессовые ситуации, и спишь там буквально там по часу, по два, по три, ты не ощущаешь ни усталости, ни желания поспать. Организм, видимо, подстраивается бы тогда все и ведет себя соответственно.